подошло к концу очень серьезное, значимое и красивое мероприятие. И я сейчас здесь, где от нашего университета несколько очень впечатляющих площадей, стендов. Только что ознакомился с очень впечатляющей игрой по логистике. Мне кажется, это очень серьезно убедит будущих абитуриентов, школьников. То, что этим надо заниматься, это интересно. Ряд и других направлений ведь у нас здесь было. И теплоэнергетика, и инженер-эколог. Вообще, конечно, то, что для школьников есть такие возможности, когда непосредственно министр и губернатор приезжают, и им искренне интересно, какой путь школьники выберут, какие возможности у них для знакомства. Конечно, это очень серьезно и здорово. Белая зависть к школьникам, которые имеют не просто возможность выбирать будущую профессию, но уже много знать, пробовать, им это реально интересно. Рад за наш университет, что мы представлены на этой выставке. Рад тому, что в этом прекрасном проекте, в этом фестивале мы играем очень немалую роль, о чем сегодня непосредственно слышал как от министра, так и от губернатора. Рад поздравить всех нас и за новыми проектами, и вперед, удачи нам всем!